3 мая 2017 года впервые по улицам города Минска проехал трамвай Победы. Эта акция стала брендом государственного учреждения образования «Гимназия номер 22» города Минска. Акция проходит ежегодно, неоднократно освещалась в средствах массовой информации Республики Беларусь. Сегодня по Минску курсировал трамвай перемоги. 60 школьников под песни военных часов веншовали ветеранов. Дети тримали в руках портреты свояков, тех, кто прошел войну. Написали листы подяки за перемогу. Трамвай рухался по маршруте первого с депо «Зеленый луг». Задача акции состоит в трансляции военных историй семей учащихся с целью формирования ценностного отношения к исторической памяти белорусского народа и включения ветеранов в активную деятельность по воспитанию патриотизма подрастающего поколения. Трамвай Победы следует по маршруту номер 11 от диспетчерской станции «Зеленый луг» до разворотного кольца с метро «Кабидули». Почетными гостями акции ежегодно становятся ветераны Великой Отечественной войны, боец батальона белорусских «Орлят», почетная пионерка города-героя Минска Черкащенко Ада Алексеевна вдохновляет учащихся на диалог поколений и фестиваль песни военных лет. По ходу следования трамвая Победы участники акции выходят на остановочных пунктах Чернышевского и проспект Независимости, чтобы возложить цветы к мемориальным доскам и вечному огню на площади Победы. Конечной точкой маршрута является стела солдатам и партизанам на военном кладбище, у которой проходит митинг-реквием с минутой молчания. Путешествие в трамвае Победы в преддверии 9 мая – финальное мероприятие. Акция включает в себя многогранный социальный компонент, который формируется через изучение возможностей и желаний учащихся гимназии и их законных представителей по оказанию помощи ветеранам посредством онлайн-опроса. Традиционно учащиеся гимназии оказывают помощь ветеранам в домашних делах, мастерят поделки и открытки своими руками, приглашают ветеранов на концертные программы и выставки в гимназию, а также пополняют экспозицию виртуального музея «Эшелон памяти». Родители же оказывают материальную помощь ветеранам, покупают продуктовые наборы и предметы личной гигиены в Дом ветеранов, оформляют подписку на газеты и журналы, приобретают в аптеке необходимые медикаменты. Такая работа способствует социализации ветеранов, включению их в активную деятельность по воспитанию патриотизма подрастающего поколения. В юбилейный 5-й год акции «Трамвай Победы» с уверенностью говорим: мы помним, мы благодарны, мы гордимся.